замечательный сосед. Мы соседи, и не знали, и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвенит будильник, не будильник, ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит сроду, у него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, па-ра-па-пап, пап, па-ра-па-пап, пап, па-ра-па-пап. Возвращаюсь ровно в пять, слышу во дворе выводит Николай и его друг. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, но кларнет или труба. Па-ра-па-пам, па-ра-па-пам, па-ра-па-пам. Это давай. Дети музыку не любят, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я.